На теле 8-летней Василисы Голицыной обнаружены следы насилия, в том числе и сексуального. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Пропавшую несколько дней назад девочку нашли мертвой в 73 километрах от города Набережные Челны, под снегом на обочине дороги. Место указал сам предполагаемый убийца. Репортаж Равиля Мукменова. Тем, кто оказался ночью на трассе вблизи города Заинск, Татарстана точно не мог понять, что происходит. КАМАЗ ОМОН и еще столько же сотрудников разных спецслужб перекрыли дорогу. Потом это назовут сухо – следственные действия. Силовики всячески старались скрывать от журналистов лицо подозреваемого в убийстве 8-летней Василисы Голицыной. Во-первых, на него надели маску, во-вторых, постоянно светили фонарем в камеру. Два дня задержанного убеждали сознаться в содеянном. Мужчина дал признательные показания и указал, где спрятал тело девочки. В результате на обочине дороги в Заинском районе республики были обнаружены останки похищенного убитого ребенка. Мы сейчас находимся на трассе Сарманово-Заинск. Именно вот в этом месте 30-летний житель Узбекистана и сбросил на обочину тело 8-летней Василисы Голицыной. При этом он еще успел это тело закопать снегом, поэтому так тяжело и было его найти. Наша группа конкретно сейчас вот этот участок берет. Накануне утром, невзирая на слухи в СМИ о гибели девочки, поисковую операцию продолжили. 3000 человек прочесывали леса, осматривали деревенские дома и колодцы. На снегоходах, вертолете и пешком. В душе все верили, что шанс найти ее живой еще есть. Василиса пропала 5 дней назад. Девочка вышла из школы после занятий, а до дома не дошла. Родители сразу же подняли тревогу. Волонтеры за сутки обклеили весь город объявлениями о пропаже ребенка. Искали по фотороботу мужчину на темной Ниве. Надо сказать, что подозреваемый следил за развитием событий из новостей, зная, что правоохранительные органы разыскивают тонированную черную Ниву «Шевроле» без запасного колеса. Он подвесил запасное колесо и растонировал свою машину. Определить предполагаемого убийцу удалось по отпечаткам пальцев, которые он оставил на рюкзаке и тетрадках девочки, которые обнаружили на третий день поисков. Ну это уже шок, я не знаю. Николай Петров живет недалеко от места, где нашли тело девочки. Вспоминает, как приезжали в их деревню волонтеры на 30 машинах. Проверили каждый угол, а нужно было доехать до соседней деревни. Вот они поехали по этой трассе, вот до леса доехали, с леса развернулись, обратно спустились. А до этой деревни, до Мустафина, там осталось буквально километр. Всю ночь к школе, где училась Василиса, несли цветы, игрушки и зажигали свечи. Случай в городе, он потряс весь город. Я 2 дня сижу в интернете, не вылазю, потому что все новости читаю. У меня сама внучка, живу я сама в Сидоровке. Это очень страшно. Сегодня там проведут линейку в память о девочке. В то же время в городском суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Есть вероятность, что его оставят под стражей, так как население города требует самосуда. Равиль Мукменов, Леонид Муравьев, Марат Зайдуллин, Руслан Гафиатуллин, 5 канал, Набережные Челны.